Когда-то на этом же самом месте уже была детская площадка, но со временем пришла в негодность. Сейчас на радость сельским ребятишкам место для игр вновь появилось. Село, ну как, небольшое, но хочу сказать, что за прошлый год у нас родилось 47 маленьких ребятишек. Это для села, я считаю, прогресс. И поэтому детская площадка, она давно необходима. У нас 170 школьников, у нас молодежи некуда деваться. И поэтому эту детскую площадку все очень-очень ждали. Начинали с малого. Песок завезли, качели, карусели установили, сделали тренажерную площадку для занятий на свежем воздухе. Есть уже даже проект, очень красивый проект. Будет выложено все плиточкой, ковровое покрытие будет, будет мини-баскетбольное поле. То есть планы очень большие. Но лиха беда начала. Мы начали, открываем это. Детям есть где заниматься. Особенно сейчас, в летний период, это очень важно. Чуть только перерезали ленту, дети ринулись к блестящим свежей краской качелям. Теперь есть куда прийти после школы. Я хочу сюда приходить просто так, с друзьями поиграть. С сестрой иногда могу приходить. Тут очень интересно. Эта площадка более спортивная, а та детская. Для детей это хорошо, то что они могут играть и там, а родители могут смотреть за ними и заниматься здесь на тренажерах. Довольны и родители. Теперь в селе появилось место для общения и прогулки с малышами. Да и за взрослых ребят не страшно. Будут спокойно играть вдали от трассы, которая пролегает вдоль села. И мамам весело, и детям весело, все довольны и счастливы. Спасибо огромное тому, кто организовал все это. Площадка зря простаивать не будет. В честь открытия площадки работники Варваровского дома культуры подарили всем пришедшим на торжество маленький праздник. Новую площадку ребята обещали беречь и регулярно убирать.